Всем привет! Сегодняшний герой нашего обзора – куртка Armour. Ее можно отнести к классическому утепленному софтшеллу, который подойдет для широкого спектра использования, как в городе, так и на природе. Куртка имеет простой прямой крой, она чуть удлинена, 4 кармана, 2 нижних кармана поясных, 2 нагрудных кармана, плюс ко всему есть один внутренний карман. Регулировка объема рукава при помощи пац велкро. Нижняя утяжка при помощи резинового шнура с пластиковым фиксатором, который спрятан внутри куртки. Молния имеет ветрозащитную подпланку. Капюшон съемный, может отстегиваться и имеет классическую регулировку по овалу лица и по глубине. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии и отзывы на странице изделия на сайте компании «Сплав».